и поправляю патрубок. Все, патрубок установил на место. Теперь беру новые болты. Болты оригинальные, номер 0204А7. А вот он, старый болт. Просто для интереса приложить. Болт вытянутый. Вот по шляпке ровно на 2 миллиметра. Беру другие болты также по шляпке. Этот чуть больше, 3 миллиметра где-то, ну это примерно. Этот так, 2 миллиметра. Поэтому с болтами экспериментировать уже не стал, заказал новые. Устанавливаю и подтягиваю. С болтами поторопился, не смазал, закинул. Смазываю резьбу на входе. Вот. Маслом. Что самое интересное, под болт шайбы нету. Ну и первый заход динамо ключом подтягиваем. 15 ньютонометров, там 5 этапов получается, и порядок здесь не так, как у всех получается. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, вот таким образом. Первый этап 15 ньютонометров сделал.
Второй этап 50 ньютонометров. Второй этап сделал 50 ньютонометров. А теперь начинается самое интересное. Теперь болты надо ослабить на 360 градусов все. Сделаю от такого. Так. Вот так вот. Четверть. Четверть. И так каждый болт. Ослабил. А теперь затягиваем 20 ньютонометров. Не знаю, что это, кто это придумал, какой француз. Но сделаем его по мануалу, как положено. Thank you.
еще не все. Сделал 20 ньютонометров, а теперь надо сделать 285 градусов. И как их высчитать, эти 285 градусов? Вот будем сейчас высчитывать. 285 градусов. Делаем 3 по 90. Так. Вот, вот так вот будет 90. Раз. Два. Два оборота, это уже 70 ньютонометров. Вот он, я на 70 поставил. Вот он щелкает. Три. Три, это у нас получается 270. Еще надо докрутить 15 градусов. Докрутил 15 градусов, хочу проверить, сколько это получается ньютонометров. Ставлю на 84 ньютонометра. Это больше, чем 84. Так, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ставлю 90 ньютонометров. Это больше, чем 90 ньютонометров. Так, раз. Я тяну, тяну, разговариваю. Камера отключилась. Протянул я головку. Ну, это, конечно, что-то с немцами. Но высчитайте вы, сколько надо ньютонометров. Нафиг эти градусы высчитывать, я вообще поражаюсь. Вот все надо сделать таким образом, чтобы сделать через заднее крыльцо. Дотянул я с горем пополам, проверил. А, 92 ньютонометра получается. И уже проверил я все болты на 92 ньютона. Дальше я не стал рисковать, тянуть. Ну, по градусам, как положено, 285 градусов. Там, ну, плюс-минус до 5 градусов мог ошибиться, потому что все прикидывал на глаз. Ставлю сбоку эту пластину с проводкой. Прикручиваю ее. Беру новые прокладки, устанавливаю в клапанные крышки и прикручиваю обе клапанные крышки. Прокладки также взял фирмы Cortec. Одна идет 026-206P, вторая идет 026-207P. Крышки помыл. Заправляем прокладки в крышку. Здесь есть двойной пазик и одинарный. Одинарный вставляется в крышку, а двойной наружу головки. Заправляем ее.
Все. Теперь можно устанавливать и подтягивать. Установил вторую крышку. Теперь все болты подтягиваем и затягиваем 9 ньютон-метров. Теперь ставлю датчик. Положение распредвала. И подключаю разъем. Также эти разъемы я одел. Это разъем у нас на катушку. Но перед тем, как поставить катушку, ставим стаканы. Здесь свечные колодцы пластиковые. Я их вытаскивал. На видео уже это не показал, когда головку возил на ремонт. Вот такие вот колодцы. Я их почистил, обезжирил. Смазываю герметиком. И устанавливаю в шахту. И так каждый. Для чего герметиком мазать? Чтобы влага, если при мойке попадает, не попадала в свечи. Все, установил. Теперь можно вкручивать свечи. Вот они стоят. Вкручиваем свечи и ставим катушку. Свечи буду использовать новые, оригинальные. Номер для заказа идет 5960F2. Peugeot Citroën, а внутри что будет лежать? А внутри лежит EQM какой-то, EQM. А я даже не знаю, что это такое, Made in France, EQM. Ну ладно, EQM-то EQM. Закручиваю. А вот тебе и новые свечи. Упаковка целая. Смотрите на свечу.
Смотрите на свечу. Электроды зажаты. Упаковка, видно, целая, не битая. Это что за вредительство такое? Вот тоже упаковка целая, не битая. Все четыре свечи. Все четыре свечи за центральный электрод зажат. Они четырехэлектродные. Странно. Вот такое вредительство бывает. Я не думаю, что это случайно кто-то специально бахнул. Выставил зазоры, единицу поставил. Беру динамо ключ и подтягиваю 24 ньютона-метра. Ставлю катушку. И одеваю разъем. Можно закрыть, в принципе, сверху уже крышку. Теперь беру, устанавливаю впускной коллектор. Беру новые прокладки Victor Reins на коллектор 71-359-03-00. Вот такая фигурная идет прокладка. Их 4 штуки отдельно на колодец. Устанавливаем. Коллектор я не мою, дроссельную заслонку я не мою. Сейчас запустим автомобиль, пусть он работает, а потом уже, если хозяин пожелает дополнительно, это можно сделать и помыть. Желательно бы ультразвуком помыть весь коллектор. Заправляем аккуратненько вот эти посадочные выпуклости, чтобы они у нас были вдавлены по периметру.
старые прокладки уже были обжаты. Сейчас покажу. Вот она старая. Внешне, в принципе, смотрится нормально, но по этой плоскости она уже, вон, видно, даже прижата. Хотя можно было помыть и использовать второй раз, но эту прокладку, вон, четко видно, насколько она выше самого коллектора. Теперь беру две шпильки по бокам, наживляю их. А теперь наживляю болты.